В Ленинском городском округе проходит профилактическое мероприятие «Ребенок, пассажир, пешеход». Этим летом в поселке Развилка произошла трагедия, когда 12-летняя девочка погибла под колесами автобуса прямо на пешеходном переходе. В целом, в муниципалитете неутешительная статистика по числу аварий с участием детей-пешеходов, и поэтому сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу вышли в рейд, чтобы напомнить водителям транспортных средств об основных требованиях при проезде через зебру. Самое первое и основное, нужно в любом случае при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость. Вообще, просто нужно снизить ее вплоть до практически остановки. Потому что здесь может произойти все, что угодно. Днем, ночью, без разницы. Дети идут, играют, бегут, едут на самокате. Маленький ребенок, он беззаботен, беззащитен. В случае непредоставления преимущества на переходе водителей ждет штраф от 1500 до 2000 рублей. Крайне внимательными, конечно, на дороге следует быть и самим пешеходам. Запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. За время проведения рейда остановили десятки машин, и автолюбители оказались аккуратными и вежливыми. Пешеход всего главнее. Мы водители. Мы должны уважать пешеходов. Я смотрю заранее вообще пешеходов, особенно когда знаю, что пешеход. В принципе, я скорость большую не набираю, я аккуратно езжу всегда. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проверили также соблюдение правил перевозки детей. Как известно, маленькие пассажиры до 12 лет должны быть в машине в детских креслах. Обязательно пристегивают, да, детские кресла обязательно нужны. Да. То есть никогда не идете на поводу, кто-то может упрашивать, еще что-то, нет, вот вы? Такого нет, мы всегда делаем как положено. Вы всегда вот, детей, чтобы они в креслах были? Да, безусловно, конечно, обязательно. И старшие, и младшие, без кресел никуда. Профилактические рейды в муниципалитете продолжатся.